Гаражный кооператив в Ленинском районе. В коробках сигареты на любой вкус и цвет. Некоторые виды товара отдаленно напоминают известные табачные бренды. Средняя закупочная цена одной пачки от 35 рублей. Выгода очевидна, но продажа незаконна. А на отсутствие акцизных марок курильщики вряд ли обратят внимание. Сотрудниками отдела по подрыву экономических основ организованной группы преступных сообществ, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, Главного управления МВД России по Саратовской области, в городе Саратове пресечена деятельность группы лиц, осуществлявших незаконную реализацию немаркированной табачной продукции. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе осмотра гаража оперативниками были изъяты денежные средства в сумме более 350 тысяч рублей, документы и черновые записи, подтверждающие факт продажи, а также более 24 тысяч пачек сигарет различных наименований. Подозреваемым может грозить до 6 лет лишения свободы, но они вряд ли об этом догадывались. Я бы так не занимался, если бы наша уголовная ответственность за это. Вы знаете о том, что не запрещено продавать? Да. Без акциза российского. Да. А почему продавали? Возможность заработать. Возможность заработать. Хорошо. Знаете о том, что есть ответственность? Да. Уголовная? Да. Знаете. Вас это не останавливало? Видимо, нет. Денис Желтов, Андрей Багаев, Вести, дежурная часть, Саратов.